А начинается у нас третий этап. Автоледи. Они должны были прийти на старт, но почему-то все поехали на финиш. Сейчас мы их зовем. Сейчас они сюда приедут. И получается у нас 6 экипажей автоледи. Патриот пикап. Первый экипаж. Второй экипаж. Хантер на инжекторе. Третий экипаж. Патриот. Девушки из Намского музыка. И последний 6-й экипаж из Нюрбы, Виктория Габышева. Лидировали девушки из Нюрбы. Их догоняет Степан, что ли? А, нет, Степан четвертый. Меник. Ага, экипаж Меник идет первым, едет. Потом вот этот Танкер. И Виктория Гавшева третье место занимает. Говорят, какой-то фальстар. Дубль 2! Так, здесь уже другая картина. Первым едет Барс из Нюрбы. Вторым. Хантер Меник. Третий черный Хантер. А потом экипаж Степан. Два патриота. Пятое и шестое место. У нас на очереди любительский этап. Здесь может участвовать любой транспорт. Мы здесь видим иномарок. Два УАЗа, но они только внешне нам знакомы как УАЗ. Внутри у них стоят японские моторы. Это тоже слаб. Рокста. И Гелик. Вот это тоже участник. Сейчас мы посмотрим, кто поедет. УАЗ или иномарк. А может гелик, а может и не гелик. Старт. Thank you.
оказывается, вот тут у старта что-то случилось вот с этой машиной. Проехал 40 метров и стал. Идет награждение этапа автоедения. Вера Феофанова, Ольга Кристина Солянова. Хамаластан Мегик экипаж. Любовь Нестерова, Акулина Андреева. Персоналах Кыргыттар. Барс команда Нюрбалуттан Виктория Габышева, Алла Данилова. Автолеги Гюраган, вас наконец-то нылар. Рав Кюрбатта Келендерда Кыргыттар. Фирма Бейтин Бристерин Кайлаха Туттарда, Олкурду Кайга Джулур Дарнихин, Эмебу Икитанча Сюрбетюр, Саллах Керге Халандарин, Киттубут Киргиттарга Эме Туттаран Кавихевит. Агарделиаран Киргиттары, Киргиттар Эхин, Бүнюйге Болар, Харайанга, Өссе Эльбек Болар, Келен, Киттар Киттар Бағарабын.
навигатор под бутылку. Ага. Вот так. Humans, what have you learned? Последний этап.
карбюратором. Только что поехали инжектора. Там было очень-очень много проблем. Во-первых, была авария. Одна машина легла на бок. Да, экипаж Дархан тоже с ним что-то случилось. Тоже не зафинишировал. Он стоит на трассе. На финише тоже были какие-то неспортивные поведения со стороны других экипажей. Ну, все будет, решение будет через судей. Сейчас мы ждем старт императора. Финал, республиканский финал, Хараян. Третий, последний этап, круг экстрим. Идет эвакуация машин. Сломался передний мост, к сожалению. Да, здесь идет.
Ай-ой!